На обложке вот этой фотографии, это когда я 2000 году 48 часов оперировал, не выходя с операционного. Вот, 67 ампутаций, 7 трепанаций черепа и остальные на теле. В общем, общая сложность получилась 104 операции. И эту фотографию сделал мой племянник, который работал на Reuters, это самое, журналистом. И его убили в 2000 году. Это единственные были перчатки, потом они у меня полностью, без перчаток я оперировал. Раскромсал все руки, потому что домашними нитками я зашивал и раны, потом 48 часов, до этого каждый день я оперировал по 30-40, по 20 человек. Два раза я терял сознание, выводили на улицу и обтирали снегом, приходил и... Так что продолжал оперировать. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в клинике с достаточно известным кавказцем, с Хасаном Баиевым. Это врач мирового уровня, обладатель премии «Врач мира», человек, оперировавший во время двух чеченских войн и чеченцев, и федералов, который снискал себе не только славу, но и огромный шлейф негатива со стороны кавказофобов в нашей стране и в сопредельных странах. Человек удивительной судьбы, который вынужден был покинуть родную республику, который вынужден был переехать на 10 лет в США, где он совершил головокружительную медицинскую карьеру, несмотря на отсутствие американского медицинского образования, который стал многократным чемпионом США по самбо и по дзюдо. И после 10 лет жизни в США, после уже признания, получения премии «Врач мира», вернулся домой, на Кавказ, чтобы оперировать детей. Это на самом деле легенда Кавказа. Мы сегодня записывали глубокое интервью. Интервью с надрывом о судьбах кавказских народов, о трагедии чеченского народа, о подвиге врачей на их собственном профессиональном поприще. И самое главное, мы сегодня сделали интервью необычное, не только с нашим старшим братом Хасаном, но и включили в беседу нашего молодого брата Саида, который тоже является врачом, хирургом, главврачом здесь, в Москве, в клинике, где руководителями являются этой клиники дагестанец Хаджимурат, чеченец Саид и ингуш Беслан. Удивительная команда из трех кавказских народов, одна из профессиональнейших команд в Москве. И вот в таком формате, втроем, значит, дагестанец Руслан и два чеченца Саид и Хасан, представители двух поколений не только самого чеченского народа, но и вообще медицинской практики в нашей стране, мы записали очень глубокое интервью. Скоро оно появится на моем канале. Ждите и не пропустите наши анонсы. Всем салам алейкум, искренне благодарю. Салам алейкум. До скорых встреч.